нет смысла вообще тащить. Нет, здесь уже, это здесь минус уже разнос. Также умирает Леон. Все good умирает. Game well good game, well played, пишет Клав. Команда Asus Polar побеждает 2-0 и продолжит свою битву дальше по сетке лузеров. Хорошая игра от ВП. Смотри, довольные, дают друг другу пятюни. Ну, я сейчас тоже пойду им пятюню дам, чуть попозже. Тоже пойдешь пятюню? Чуть-чуть. Погладишь. На самом деле молодцы. Очень уверенная игра. Непонятный пик Бэтрайдера, который здесь никак не заходил. Винга 0-9-2 тоже как-то не особо заехала. На самом деле Дроука рисковый пик был. Набрали ребята из Polar все, чем можно сокращать дистанцию. Опять 2-0. Как настроение вчера было? Ну, плохое. А потом, как обычно, поспал. Точнее, плохо поспали. Пришли, начали играть. Ну, сам понимаешь, после поражения обычно редко ты радуешься. Не, ну я понял. Но вечером я видел, у вас там кое-какие разборочки были. То есть, я так понимаю, разобрали полет нормально. Никого не уволили из команды вчера. Да не, ну понятно, что когда ты проигрываешь игру, которую, по сути, ты вроде бы выигрываешь, что, ну, злость как бы кипит, и, ну, эмоции бурлят, и тяжело как-то себя контролировать. Но потом, ну, позлились, главное, успокоились, пришли, начали играть. Да, у вас сегодня утром ранний был матч, в отличие от прошлых дней. Тяжело было просыпаться, учитывая, что американцы как бы каждый день с утра играют. Ты там вчера говорил, типа, я вот проспал, под конец проснулся, ты хоть вообще посмотрел перед игрой, что они играют? Нет. Ну... Как бы я вообще знал, чем они играют, видел, что примерно их пол, понимал, что наш пол героев слишком, наверное, хорош даже против них. Ну, то есть мы как-то, ну, даже не особо, ну, знаешь, там не особо супер какие-то стратегии придумали. Ну, просто пришли, поиграли, проиграли бы, ну, плохо было. Немного поняли, что надо просто героев пол менять, потому что слишком очевидные наши пики стали. Ну, тут я абсолютно с тобой согласен. Ладно, MVP или Na'Vi, кого вы хотите видеть в матче против вас? Конечно, Na'Vi. За всю боль. А, окей, а кто выиграет? Ну, корейцы могут удивить. То есть они, я думаю, удивили ПРов. ПР были не готовы к этим варлокам, пандам всяким. Na'Vi, я думаю, что что-то да придумают.